Бдительные граждане сообщили в дежурную часть полиции, что между торговым центром «Севен» и домом номер 11 по улице Московской находится бесхозная спортивная сумка. На место происшествия немедленно был отправлен наряд патруля для проверки информации. Данная информация передается обязательно в дежурную часть межмуниципального управления. И для проверки данной информации на место направляется любой наряд, который находится близко к месту обнаружения. Территорию вокруг подозрительной сумки оцепили. В спецоперации по обезвреживанию потенциально опасного предмета были задействованы все силовые структуры нашего города. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и Федеральной службы безопасности. Дежурила скорая медицинская помощь. Мы всегда работаем, как будто происходит реальное обнаружение взрывного устройства, оцепление места, удаление жителей нашего города, чтобы в случае, если вдруг там реально что-то есть, чтобы никто не пострадал. Сотрудники кинологической службы со служебной собакой осмотрели подозрительную сумку на предмет взрывчатого вещества. Наблюдавшие за действиями специалистов саровчане облегченно вздохнули, когда собака совершенно равнодушно обнюхала сумку и отошла. Это значит, что внутри нет ничего опасного. Задача кинолога – сигнализировать, есть там взрывчатые вещества или нет там взрывчатых веществ. А принятие решения на открывание этой сумки и осмотр ее старшей следственной оперативной группы. Следователи обнаружили внутри сумки банки с домашними заготовками. Ситуация разрешилась вполне благополучно. Сотрудники полиции еще раз напоминают, что о подозрительных предметах следует сообщать в правоохранительные органы. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.